снег еще лежит. Видно, да, вон. Евраз. Западно-Сибирский металлургический комбинат. Душегуб. Душегуб, да. Правильно подмечено. Еще один рыженький дым. Вот так солнышко взошло. Ё-моё. Всю дорогу будет в глазки светить. Снег еще лежит. Видно, да, вон. Пусть камера снимает, у меня еще две батарейки есть. Что-то, блядь, валуны какие-то повыгребал нахуй. Грязная. Я что-то не понял, мы что, до дороги еще не доехали, что ли? Нет, конечно. Нифига себе, мы заметили с тобой опять. Ну вот сейчас где-то должна, вот. Вот она. Пойди тут и пойдем. Смотри, туда кто-то ездит, блядь. Дорога тут пробита хорошо, но она это ушатанная. Но ездит кто-то все равно, видать, лес валят. Да. Вот тут, по вот этой дороге, говорит, там кедрачек заебали стена. И говорит, белого гриба дохуя, блядь. Ну не знаю, рыбак, он может не спить. Саня рыбак.
самому там побывать, чтобы убедиться в том, ну, да, что кто-то что-то говорит. А по-другому, ну, никак. Берегите лес от пожара. Вот тут мы были, вот выходили. Ну да, где-то здесь выходили. Трава большая вот тут с этой стороны, а с этой хуевая, маленькая, потому что это северная сторона. Ну тут немного до моста. Если воды нету, то заебись. А вода что-то вот стоит. Вот. Метку сделали, где колба, видать. Не зря же вешают бутылки, да пакеты, блядь, да? Снесло. Наверное, блядь, потому что вот этих бордюров не было, блядь. И смотри, доски, смотри, блядь, это. Новые все. Ладно, поеду я на свое место. Итак, ребята, демократы, новая тайга. Новая колба, белая. Вот у нее хвостики беленькие. А? Болотная. Какая? Болотная. Болотная, говорит. Болотная. Ну вот такая вот она. Здесь вот такая тайга. Вот ее тут почти нету. Вот нашли лужайку. Так вот все обошли. Там вообще ничего нету. Вот на одну наткнулись. И колупаемся. Она здесь не сильно толстая, не сильно тонкая, но она вкусная и сочная. Но она уже тоже большенькая. Но чуть-чуть поменьше, которая в осенниках. Мы находимся за осиновым плесом на реке Терсь. Ну, как-то так. Вот пакет уже у меня набабаханный.
Вот так вот я ее положу. Вот это как раз по пакету. Чуть-чуть листика заворачивается. Ладно, поперли дальше. Вот она как отдирается здесь сразу. Вон. Я ее съем. Она вкусная и мягонькая. Ну вот, залезли мы еще в одно место. Проехали еще с километра полтора, наверное, два. А тут даже трава еще толком не вылезла. А там что такое? Блестит. Дерево, что ли, такое большое, или палатка. Что тут за болотина? Сапоги поднимать. Хер его знает. Почему? Ну как это не ходи? Сам залез, а меня не ходи. Мне тоже интересно. Ишь ты какой, не ходи. Буду ходить. А тут вот что блестело, где дерево упавшее. Че, вообще ничего нету, да? Поляна была, а тут что-то все. Ну заросла поляна. Да ну нахуй. И за теми же елками федрачом, бля. А вон там, поди дальше поляна, вон ну, там я видно. Я проехал, ну я знаю, тренога вот это, бля. Повороты тренога. А ты надо. Ну давай пройдем еще маленько. А? Нет, пошли. Ну ладно, пошли. Надо ехать, так ехать. Там вон горище какая здоровенная. Сколько в нее лезть? Часа полтора. Вот кедрушка какая хорошая. А? Смотри, какой кедр. А шишки-то есть там? Нет, не видно. Завязи. Провалился. Я выходил, было ближе. О, где ж там их увидишь? Какие высоченные. Тут их много. Папоротник вот такой вот уже вымахал. Быстро он. Водовка.
Вон еще одна. Вот еще одна. Ну, тут гульбище, наверное, было раньше. Дальше? Может, дальше, я не знаю. Нет, дальше не должна. Нам туда. Я как-то ехал тут, а измерз была, блин. Тормозон, чуть в речку не ёбнулись. Чуть в речку не упали. Да, можно сказать так. Это откуда столько мусора? С деревни же сюда возят что-то. Дрочат, да хуя на макушке, да? Ну есть. В прошлый раз мы вот до сюда доехали где-то. Поехали до дома. Водички набрали, терсинки минеральной. А что я его снял-то?